Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня мы будем делать рекламу нашей прекрасной продукции. Мороженое «Коробка из кореновки». Но это мороженое конкретно мы будем рекламировать. Значит, кстати, сними холодильничек, покажи супервайзеру потом, что никакое мороженое, кроме нашего, вашего, не хранится в этом холодильничке. А то уже один раз была такая ситуация. Это мама, петушка моя, положила сюда, потом Женя пришел, говорит: «Лена, тварь, снимай штаны, трусы, отдавай штраф». А, это уберем из видео. Значит, заходят люди. Как я буду рекламировать новое мороженое Дора из Эквадора? Ебать, пока вы говорите. Ну, короче, на улице осень, естественно, продажи упали. А я такая выбегаю из-за прилавка. Здравствуйте, здравствуйте, у нас мороженое «Коробка из кореновки». Из кореновки изобрели новое мороженое Дора из Эквадора. Такого нигде нету. Мы самые лучшие клиенты. А самые лучшие клиенты мы только благодаря вам, нашим покупателям, потому что вы ходите в наш магазин систематически, вы делаете нам выручку. И поэтому дали только нам впервые это мороженое. Нигде в городе Таганроге ни у кого нет такого мороженого, кроме нас. А сколько там, кстати, его коробки? 30. 30? А сколько оно будет стоить? Ебать, оно будет стоить, как крыло самолета, блядь. Это ж не то, что этот белый медведь, блядь, сперма армян. Хуйни туда накидают, блядь, и молоко. Там, ебать, я как налила это молоко, я бы его за бесплатно не пила. А торговая представительша ходит. Там, ебать, ебала шашелем побита. Она, блядь, вся: «Здравствуй, Лена!» И такая, ебаная, я как глянула: «Обязательно возьми, ты только у кореновки все берешь. Возьми у меня что-нибудь. А есть сигареты поштучно?» Я думаю, ебаный, тебе армяне, если ебут, тебе что, хоть пачку сигарет бы, блядь, купили. И наш женек приходит, котенок, красавчик. Блядь, худой, правда, я в ахуе. Стоит, значит, весь такой худенький. Ну, он красавчик. Худенький, блядь, худенький. Хочу на жену его посмотреть, сказать: «Блядь, да напеки ты что-нибудь ему, пирожков, блядь, борща наварить». Ну, а хули, там, наверное, у жены когти такие, что, блядь, ничего нельзя женщинам сейчас делать. Они вот это вот такие, сигареты только с членом держат. Ну, короче, суть того, что... Кореновка – это самая лучшая продукция, самая. Я уже устала это говорить всем. Но, кстати, у нас действительно мороженое, самое, никто рядом не стоял, никто.